начали двигаться с этого положения, у вас позиция гуру должна быть. Андрей Мамасуев, тренер по ушу, проводит занятия, учит детей работе с мячом и палкой. Когда удар наносит, палка вибрирует. В этой же группе тренируется младшая дочь Андрея, Маша. Двое старших детей уже взрослые и давно живут своей жизнью. Они все ходили ко мне. Даже будучи еще в детсадовском возрасте, мы с ними занимались. А потом, когда они нашли себя в других направлениях, то я их спокойно отпустил. Маша считает папу строгим и одновременно очень добрым. Говорит, что обязательно поздравит его в день отца. Я засыплю в шарики конфетти, надую и лопну, и скажу: папа, с ним отца. Маша учится в 5 классе. Родители стараются поддержать ее во всех начинаниях. Недавно купили микрофон для занятий битбоксом. Разрешает дочери снимать ролики для своей страницы в соцсети. Марина, мама девочки, рассказывает, что муж чутко относится ко всем членам семьи, всегда поддержит. А папа у нас и душа семьи. Он всегда с ними похохочет, и жаловаться к нему там побегут. Ну, папу даже больше любят дети. Марина тоже знает, как проведет день отца. Любимая еда Андрея – шашлык. Супруга намерена утром в воскресенье приготовить мужу мясное блюдо. Также вся семья ждет видеозвонков из Тюмени. Сын и старшая дочь готовят папе отдельные поздравления. Руслан Чулпанов, Юрий Здебский, время «Малоноябрьск».